Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Кондратьева Юлия. Я проживаю в поселке Строителей и на протяжении полутора лет обращалась лично к главе города, то есть при поддержке нашего депутата Светланы Юрьевны. А дело в том, что у нас на Строителей находятся две школы. Более-менее еще 7Б там кое-как дороги в исправном состоянии. Со стороны улицы Строителей Индустриальной у нас на дорогах нет ни одного пешеходного перехода. То есть на самом главном перекрестке, вот Игорь Петрович с нами проходил на это место, дети вынуждены, ну то есть оглядываясь кто куда, переходить дороги и добираться до школы. Тропинки, то есть более-менее даже асфальтированы, к школе также нет. То есть обращались и к депутатам, и к Сергею Николаевичу, просили решить проблему, хотя бы отсыпать, просто, у нас дороги собирают, чтобы не было луж, чтобы не было камней, по которым ходят дети. Но вопрос вот до сегодняшнего дня. Я 4 августа была у Игоря Петровича на приеме, пообещали восстановить освещение, обрезать деревья, тропинку. Ничего. Школа есть, пешеходного перехода нет? Не пешеходных переходов, дороги. Хорошие даже дороги нет. Ни одного пешеходного. На стройке у нас вообще нет. То есть есть вот уже 25-й квартал, улица Строителей, Индустриальная, Чкалова, то есть множество улиц у нас по дорогам, даже не то что светофоров, даже пешеходного перехода. Мы принимали решение в начале лета, обсуждая итоги учебного года, которые следующие, чтобы 1 сентября ко всем школам должны быть в крае оборудованы пешеходные переходы, там где-то необходимо. Не сделано. Нет. Есть обращение от депутатов, было обращение, что отправлен бюджет, на планирование бюджета, Игорь Петрович сказал, то есть нам не выделили средства на светофор. Но, нет пешеходных переходов, на наших улицах нет. Сколько на самом деле пешеходных переходов?